В этом учебном году откроется новая школа в Немчиновке на 550 учеников. Продолжается строительство объектов образования в поселке Горки Вторые, в микрорайонах Одинцово-1 и Восточный в Звенигороде. Возводится школа в жилом комплексе «Заречье парк», новые корпуса Немчиновского лицея и школы номер 8 для коррекционной школы «Надежда». Об этом рассказал депутат окружного совета депутатов Павел Чемурлиев на встрече с коллективом образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.